Мне нравится мой старый друг Lexus LS 430. Приобрел его летом 2007 года, сам он 2002 года. И с тех пор мы с ним неразлучны. Где только мы с ним не ездили. Вот неоднократно бывали в матушке Москве. Я уже перестал. С дома это примерно около 1000 километров. С Каменска-Шахтинска ездить на поезде. А в основном вот именно на нем, на Лексусе. Сел удобно, приятно и покатил. Различные виды. Красота. Москва-Сити, конечно, впечатляет. Нагородить столько зданий. За это время, конечно, дороги были всякие. И дождь, и снег, и гололед. Но вот все как-то я проехал. И вот дело подошло к тому, что приблизилась отметка в 300 тысяч километров. И я решил не экономить на своем друге, а порадовать его. И поэтому заказал для него все оригинальные жидкости. Вот все решил сменить, чтобы, знаете, а то там что-то сменил, что-то не сменил, что-то забылось. А вот разом все заменить, чтобы буквально-таки был новый автомобиль. И заказав все эти жидкости, я ждал где-то больше месяца. А это вот как раз где-то мы, трасса М4. Фотографируюсь на память. А это пошли родные милые места. Переезжаю через речку Северский Донец, где я провел все свое время. Когда был ребенком, подростком, молодым, сильным, красивым, ну и зрелый возраст, а сейчас уже пожилой. Хорошие места, хорошее. Все, что родное, оно как-то нравится. Ну вот мы подъехали к казачьей переправе. Сейчас переедем через речку. Хорошая речка, глубокая. Была бы и достаточно чистая. Ну вот. Берет начало где-то в Украине. И по Донским степям. Пролегает ее путь и впадает она в Дон. Это главный приток Дона. Итак, я еду на своем автомобиле. Я стараюсь за ним следить, знаете, как за каким-то таким живым существом. Если бензин, то только 95-й. Какие-то там запчасти, стараюсь больше, чтобы это были оригиналы. И практически все это оригинальное. Вот она, набережная показалась. Здесь я иногда рыбку ловлю. А слева панорама. Кафе, вон так, крыша такая вот, с двумя трубами. Там
кофеек попиваю. Ну вот мы и въехали в наш городок. Городок зеленый, ну, родной. А это уже мчимся по трассе Таврида в Крым, Алушта. Там будет чемпионат России по гиревому спорту. Я буду участвовать как ветеран весовой категории, где-то там за 100 килограмм. Значит, как ветеран я буду участвовать в возрастной категории свыше 65 лет. Гельки. Ну что, трасса то строится. Вот если бы обе стороны работали, ехать было бы приятно. Асфальт, конечно, хороший лежит. А так, встречка идет, куча этих всех камер. Я удивился, что я проехал по Крыму. Там кое-где я запутывался, но, тем не менее, ни одного штрафа не пришло. Удивительно. Ну, старый сазан знает, как плавать. Итак, Алушта соревнования. Вот мы и начинаем соревноваться. На первом помосте работает Малахов Геннадий, Ростовская область. Второй помост Ковач Александр, Ростовская область. А это уже награждает со скорой победой. Медали ждут. Разрешились мне домой. Вот. Александр аж 3 медали взял. 2 золотые, а 2, по-моему, серебряные. Специально готовился. Я на эти соревнования попал впервые давным-давно. Но, тем не менее, мощь, напор. Сделали свое дело. Я взял 2 золотые медали. То есть стал чемпионом России среди ветеранов по гиревому спорту за толчок дуги. Получил золото и за рывок дуги. А гиревый спорт – это классический, это двоебой. Толчок дуги и рывок. Вот я как раз и стою в медалях упакованный. Фиксировали подсоединение. И назад дорога домой. Опять мы по Тавриде, все строится, все делается. Едем на машинке. Да, люксовая машина, что ни говори, езда на ней, конечно, доставляет огромное удовольствие. Мягкая, в любой момент она сорвется, легко обгонит вот эти все машинки. И мы жучим по Крымскому мосту. Своего рода достопримечательность в России. Вот как раз и довелось по нему проехать. Ехал я с дома в Алушту в течение 2 дней. Ну как, я просто-напросто разбил там где-то 800 с лишним километров, чтобы не одним куском, а 2. Поехали, переночевали. Сели с утра пораньше и поехали дальше. И тогда не так ты устаешь, все как-то нормально. Да, машина, конечно, едет. Дорога здесь, вот именно там, где положили Тавриду и мост, ну, можно сказать, что она идеальная. Видите, едем, не шелохнемся.
асфальт прекрасный. Море Азовское и слева, и справа. Ну, еще идут, конечно, какие-то там работы. Вот. И так как я и дальше думаю на ней продолжать ездить, ничего нигде не поржавело. Вот она, красавица, стоит. Чернушка я ее называю. Все на ходу, все работает. Вот с разных сторон ее снимаю. Заказ выполнился. Запчасти, вернее, все эти жидкости потихонечку собрались у Димы, моего личного механика, которому я доверяю. Вот это. Надумали делать большое ТО на Lexus LS430. Короче, поменять все жидкости на оригинальные, все там. И в коробке передач, и так, и сяк, и по-всякому, чтобы машина на 300 тысяч километров была, так сказать, в идеальном состоянии, по крайней мере, с жидкостями. Все, да, Дим? Да. Антифриз, тормозуха, масло в двигатель, масло в коробку, масло в редуктор, масло в гидроусилитель. Фильтр в коробку, фильтр воздушный салоны, фильтр масляный и фильтр в вентиляцию сиденья. А там один, да? Там их два. Второе, я же говорю, они очень проблематичные. Uh-huh. Из Эмирата, второй еще едет. А понимаю. Вот это что такое? Это в коробку. В коробку. Это же коробку, фильтр масла. Вот и все. А оригинал. Оригинал. Thank you.
что вот и после того, да? Как все было поменено, мы смотрим, доливаем оригинально охлаждающую жидкость. Она вот просила несколько раз, поэтому пришлось доливать. Зачем переплачивать за что-то? Ясно, ясно. Подумаю. Ну, вы все сделали, да? Все поменяли, все сделали, все туда-сюда. Как раз это, вот этот очередной долив, который все это дело подровнял, все просмотрели. Кстати, поставили вот эти вот амортизаторы. Машина на ходу. Завтра я еду в веселый. Все. Доеду, стали слабенькими. Да? Я заменил сначала на багажнике. Там пластиковая. Потом это не заменил. Это не с вашей. На... Здесь. Я с другой стороны. Ну не на новые, а оригинальные бэушные. Они оказались, увы, слабенькими. И вот заменили на какие-то наши жигулевские. Вот. Прекрасно подошли так, как надо. Я сегодня два раза ее прогревал, хорошо, все, антифриз проваливался. И я как раз вот, сменив все жидкости, поехал в веселый. Это уже областные соревнования по гирям. Вот, эта гирька 24 килограммчика, на попа, там я тоже выступал. Ну и вот, вот она машинка, смотрим, это в веселом я открыл посмотреть. Все так, как надо, жидкости на месте или нет. Все на месте, все, горить. Вытащил щуп, смотрю, видите, все. Масло в норме, уровень. А завтра я уже отправляюсь в Ростов. Машинку помыли. Машинку. Видите, какая. Завтра в Ростов-на-Дону. Лялечка. Покатим. И поеду как туз. Для справки, такую машину сейчас можно купить, вот как раз 2002 года, примерно за 300, плюс-минус 100 тысяч в ту сторону или в ту сторону. Кому как повезет. Свою машину в ближайшее время я продавать не собираюсь. Самому такая нужна красота. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!